Давайте поговорим о событиях в доках. Сотрудники монарха перевезли вас из университета к верфи на базу Эпицентр. Все еще огорчена, да? Вы были связаны и без сознания. Уилл! Лиам Бёрк отправился за вами, но вы исчезли. Как? А я лунатик. Отойди! Немедленно! Брось пушку! Я не могу. Так? Нам известно, что вам как-то помогла Бет Уайлдер. Значит, и остальное вам известно? Нет, потому что все свидетели ваших дальнейших действий мертвы. Я понятия не имел, куда я попал и почему. И даже не задавался этими вопросами. Казалось, что мне все это снится. Я просто ждал, когда проснусь. Бет Уайлдер рискнула прикрытием, чтобы вас вызволить. Но вы не отплатили ей тем же. Нет. Не отплатил. Спасибо за пушку, козел. Ага. Значит, длится оно недолго. Когда произошел разлом, некоторые вещи как бы поплыли во времени. Мои новые способности позволяли мне их перемещать, откатывать назад. Пока не сообщил координаты Джека Джойса. Хорошо. Подайте вертолет в доки. Я полечу на остров. Вас поняла. Вертолет прибудет. Лицо Пола на экране было словно соль на рану. Мне не сбежать от того, что случилось. Того, что он сделал. Я должен был понять, зачем он так поступил. И одновременно мне хотелось всадить ему пулю в башку, не дав открыть рот. Нам отправить еще... Чего это жнец делает с камерами в секторе А3? Какую-то дуру по имени Эми назначили лицом пиар-компании Сарина. Эми во всем... Прямой на лодку! Кажется, кроме лифта мне идти некуда. Тут где-то должен быть генератор. Нет питания. Как всегда. Вот так. Это еще что такое? Алло? Джек, это Бет Уайлдер. Бет, я... Это тебя искал мой брат. Я пыталась тебя спасти, когда ты вдруг решил поиграть в Рэмбо на складе. Ладно, слушай внимательно. Ты на задворках хронодобывающей базы Монарха. Пол Сайрин в доках, тут, неподалеку. Веселого мало, но, возможно, нам... Доки. Если Пол и правда в доках, то мне нет туда. Джек, нам нужно заняться разломом. Время на исходе. Уилл сказал, он... Уилл мертв. А мой лучший друг стал гребаным чудовищем. Он знал, что это произойдет. Готовился заранее. Он знает, что происходит. Я найду его. Мы оба знаем, что если ты найдешь Сайрина, то не допрашивать его будешь. Подумай как следует. Пол был там, в доках. Я понял, где я. У брата в промзоне была мастерская. Совпадением это быть не могло. Я сделала, как вы сказали. Пожалуйста. Пожалуйста, отпустите меня. Ты молодец, Эми. Твое признание только вышло в эфир, а Хэтч уже просит повторить. Сценарий у тебя? Ага, тут текст поспокойнее. Типа, я сожалею о том, что мы сделали. Дэйв будет тебе подсказывать. Дэйв? Вы уже не скрываете имена? Вы же меня не отпустите. Вы и не думали меня отпускать. Пожалуйста. Я ничего не сделала. Я только... Нечестно, да? Но выплесни негодование на камеру. Протест вышел из покатушки. С митинга. Что ты... Мне очень жаль. Я не хотела, но они меня заставили. Что заставили? Что это за место?
Они заставили меня врать на камеру для новостей, наверное. Прости, Джек. Они грозили меня убить. Ну, тихо-тихо. Ты не виновата. Ты ни в чем не виновата. Я рад, что ты жива. Слушай, мне нужно в доки. Знаешь, как туда попасть? Нет, не знаю, но меня, кажется, провели через КПП поблизости. Могу помочь тебе пройти через него. Я у тебя в долгу. КПП вон там. Я знала, что с монархом не все чисто, но чтобы так, они манипулируют телевидением всеми. Это даже им не замять. Слишком круто. Захотят, замнут, поверь. Заперто. Так, где-то здесь должен быть пульт. Пуст. О, Господи. Ты прямо как они. Как кто? Я видела их по пути сюда. Солдаты в скафандрах, они телепортировались. Ишь ты. Это что-то новенькое. Я думала, что умом тронулась. А теперь и ты туда же. Что тут происходит? Уверена, что хочешь выяснить? Ты только что наплевал на все законы физики. Конечно, хочу. Ну, в общем, мне брат пытался это объяснить. Короче, время, оно как яйцо, и оно кокнулось. Временное яйцо, и оно кокнулось, разбито. Не знаю, в общем. Что? Что? Почему вдруг яйцо? Мы в заперти. Попробуй залезть вон в то окно на втором этаже. Да. Дельная мысль. Жди здесь. Теперь к двери. Наконец-то. Отлично. Я должна искупить свою вину. Попробую выяснить, что все-таки задумали в монархе. Свидетельница происходящего. Эмми, что там происходит? Некоторые из протестующих перешли черту. Черт. И вспыхнули беспорядки. Джек, прости. Они меня заставили, я... Знаю. Джеки, Джойси. У тебя не было выбора. Похоже, что обстановка и вправду чудовищная. Вон там есть карта, посмотри, куда тебе идти. Открыто рассказать о такой, судя по всему, эпицентр. Раньше там была мастерская брата. Похоже, кратчайший путь к полу лежит через него. Полу? Полу Сайрину? Так ты за ним идешь в доки? У меня к нему свои счеты. Тебе лучше посидеть тут, пока я не закончу. Да. Пожалуй. Я открою дверь. Ладно, будь на связи. Найди рацию. Я буду на третьем канале. И будь осторожна. Хорошо. Ты тоже? Мы все еще не знаем местонахождение Джойса. Говорят, его братик перед смертью визжал, как свинья. Пусть только появится, он у меня еще громче завизжит. Ах ты ж! Мои способности продолжали непредсказуемо усиливаться. Джек, я нашла рацию. Ты жив? Жив и опасен. Монарх гудит, словно улей. Они слышали шум и знают, что ты близко. Будь осторожен. Буду начеку. Цель! О, черт! Это боец с грузовиком! Иду к врагу! Скотина! Готовы. Ты там как? Живой? Да.
Только куда идти, не знаю. До вашей беседы в группе «Сторожка» обсуждали систему безопасности, которая запирает какую-то дверь на втором этаже. Понятно. Спасибо. Это, наверное, выход. И как мне его открыть? Так, тут одна хриплая дамочка из «Монарха» никак не дозовется группу «Сторожка». Не зазнавайся там. Помнишь, я говорила, что у них... Да уж. Похоже, они тоже хотят с тобой поболтать. Ох, как сильно хотят. Готовься. Я отключил систему безопасности. А-а. Джек, берегись, они идут. Здесь отряд «Сторожка», а вы все еще не можете его найти? На что вы платите? РХП? Нет, а что это? Точно не знаю, но похоже, что-то очень важное. То, что они украли из университета... Очень скоро концентрация хрононов упадет до уровня, при котором эпицентр потеряет актуальность. Я готовлю презентацию по всем ключевым София пунктам. София Эмерл. Все должны... За последние 6 лет монарху удалось... Доступ к контейнеру... За ним начинается красная зона, где ход времени нарушен и непредсказуемо меняется. Эпицентр начнет падать. Еще бы чуть-чуть. Где же выход? Надо найти что-нибудь, что поможет забраться наверх. Джек, я тут нашла в документах, что монарх сегодня организовывает закрытую вечеринку. Сегодня вечером. После всего, что произошло? Это как-то связано с их дальнейшими планами. Сарин должен выступить с речью. В списке гостей вся верхушка монарха. Крупные ученые. Даже мэр Ньюпорта приглашен. Возникает вопрос, почему именно сейчас? Понятия не имею, но обязательно выясню. Ладно. Я уже близко. В какой стороне доки? У меня тут чемоданчик из машины Уильяма Джойса. Разложил содержимое в трейлере. Мне все посмотреть? Нет, нет. Сайрин хочет посмотреть первым. Пока что ничего не трогай. Так, теперь к трейлеру подведено питание. Люди Пола достали чемоданчик из машины Уилла и вытряхнули содержимое на стол. Уилл говорил, что для ликвидации разлома ему было нужно что-то из чемоданчика. Но там ничего не было, кроме телефона и ключа от бассейна Брэдбери. И что с ним было делать, непонятно. Джек, это Бет. В «Монархе» засекли, как твоя подруга роется в секретных файлах. Это вообще-то строго запрещено. Эми, надо за ней вернуться. Не надо. Я ее подберу. Где ты? Направляюсь в доки к Полу. Забудь про Сайрина. Я вытащу тебя оттуда. Встречаемся в доках. Монарх использует первый канал. Слушай их, чтобы не застали врасплох. И еще, Джек, не делай глупостей. Пронесло. База. Около зоны добычи произошел. Угадайте с 3 раз, кто его устроил. Чарли, не засоряй эфир. Группе «Ударник» занять оборону вокруг эпицентра. Пошли. Узнал мастерскую Уилла по старому рекламному щиту над ней. Район, который мы называем «Эпицентр». Мастерская была явно важна для монарха. Я хотел узнать, что в ней. Тем более, я не видел другого выхода в доки к Сарину. Штаб, замечен враг! Ударник один. Судя по всему, скоро будет заявлено.
зависания. Защитник, остановите Джойса до начала зависания. Рота закрыты! К черту! Иду на пролом! Вроде шумахеры хреновы. Он разработал технологию, позволявшую двигаться в зависаниях. Он знал о разломе, готовился к нему, но не пытался его предотвратить. Уилл вам не рассказывал, чем именно занимался в той мастерской в эпицентре? Нет. Эту часть своей жизни он от меня скрывал. К такой дикости я оказался совершенно не готов. Но она и сравниться не могла с тем кошмаром, который здесь разыгрался позже. Это явно ненормально. Вход категорически воспрещен. Ну, это скорее рекомендация, чем правило. Какого черта? Что это? Какого черта? Что это? Уже случилось. Какого хрена? Заказывал Необий Титан с медным покрытием. Уилл. Это невозможно описать. Уилла не было. И одновременно он был повсюду. Это его вторая жизнь, о которой он не говорил. Все, от чего он меня оберегал. Оно все было вокруг меня. Загадка. В плену обломков времени. Мы все были уверены, что он пустил свой грант на ветер, погубил свою карьеру ради какого-то бредового провального эксперимента. Он нас сам в этом убедил. Но то, что он здесь построил, оно работало. Работа. Продлить мой грант еще надо. Пожалуйста, не делайте этого. Противовес. Господи, только бы сработал. Уилл. Ее не стало. Пойдем со мной. Мы выживем. Нет. Пол. Только ты видел не то же, что и я. Не надо, нет! Отдай прибор. А вдруг ты ошибся?